32-летняя Шэрон Стоун, похвасталась 19-летним приемным сыном Роном. Звезда поделилась кадрами из модной фотосессии наследника. Юношу в белой рубашке и светлых брюках запечатлели на диване в расслабленной позе. Запястье Рона украсил золотой браслет, а палец левой руки – массивное кольцо. На другом фото сын Шэрон предстал в деловом костюме, голубой рубашке, галстуке, коричневой жилетке и брюках ей в тон. Во взгляде Рона фотографу удалось уловить решимость и уверенность в себе. Парень также примерил ультрамодный лук, черную водолазку, кардиган, коричневые брюки и светлые туфли. Из аксессуаров Рон подобрал изящную цепочку с кулоном. В этом образе наследника Стоун сфотографировали у бассейна. Для самого эффектного снимка Рон снялся в необычном для себя аутфите – светло-голубой майке в сетку. Звезда фильма «Основной инстинкт» продемонстрировала поклонникам кадры из фотосессии для американского журнала «Ода». «Не могу не гордиться своим сыном, Роном Бранштейном Стоун», – подписала снимки актриса. Фанатки пришли в восторг от того, как вырос старший сын Шэрон. «Какой симпатичный парень, горячий красавчик, необыкновенный молодой человек», – отметили они. Стоун усыновила Рона в браке с вице-президентом и редактором газеты «Сан-Франциско Кроникл» Филом Бранштейном. Мальчик попал в звездную семью спустя неделю после своего рождения. Его братья Лэрд и Куин также были усыновлены. Биологических детей у Шэрон нет. Актриса иногда выходит в свет с наследниками. Сейчас кинозвезда находится в самоизоляции. Стоун показала, как осваивает искусство живописи. В начале эпидемии коронавируса в США актриса устроила вечеринку. Для этого Шэрон пришлось провериться на наличие инфекции.